Против него бьется Кейро Москва. А ты уже можешь, так, ну конечно же, с Москвы ты можешь совсем прям идти на слоу-моушен. Итак, Рабдон, Иркутск, Кейро Москва. Штурм, который все это дело сулит. И такая горячая поддержка в Новосибирске.
друг друга, потому что такой финал заслуживает уважения. Итак, друзья, кто лучший рокер по версии Шторма, а также Сик Прокаси в абсолютной тишине, мы говорим...